Всем привет! Сегодня будем смотреть обзор сборной масштабной модели, а масштаб 1 к 72, российская 152-мм гаубица 2С-35 коалиция СВ. Производитель модели — российская фирма «Звезда». Это новая позиция, только-только появилась на прилавке нашего магазина. Количество деталей в наборе 171, что, согласитесь, немало для 72 масштаба. Ну и длина собранной модели будет немаленькой — 19,4 сантиметра. Фотографии собранной, но почему-то не покрашенной модели перед вами и передо мной. И что у нас внутри? Декаль, инструкция для сборки, цветная вкладка и пакет с ледниками. Первый литник перед вами — корпус. Как вы сами понимаете, все довольно примитивно и просто. 72 масштаб в технике обычно называется слепым масштабом. Здесь ходовая часть отлита одной деталью вместе с корпусом, но литье довольно хорошее, даже очень, я бы сказал. Про облой говорить не буду, все-таки звезда, нет, вернее звезда в 2021 году, его и быть не должно. Тросы представлены на этом же литнике, но в 90% случаев их меняют на более похожие, желательно металлические. Литник номер 2, а всего их 4. Башня губится и ствол. Ствол отлит достаточно грамотно, одной цельной деталью. Единственное, что дульник располовинен. Большее количество техники в 72 масштабе звезда выпускает в серии «Сборка без клея». Здесь нет, только клей. И поклеить, заклеить можно, и насладиться запахом. Так что только клей. Про стволы, кто оформлял предзаказ, мы дарили железный ствол к набору. Потому что железо есть железо. Ствол железный я покажу попозже. Два одинаковых литника. Катки и звездочки. Ух, какие мусипусечки. Лопата. Все такое маленькое. А пока я звук накладывал, поступила свежая новость. Наши партнеры SG Modeling выпустили фототравление на данную модель. Ссылку в описании положу. Траки. Траки пластиковые, причем очень жесткий пластик. Обычно он как бы прорезиненный, гнется хорошо, здесь нет. Непонятно, как данные гуси на модель натягивать. Может, греть придется, но на ощупь гнуть их страшно, как бы не сломались. Декаль. Декаль дана на парадный вариант коалиции. И как я помню, что данный лист декали звезда включает во все наборы современки в 72 масштабе. Может, я ошибаюсь, конечно, но вряд ли. Инструкция черно-белая. В виде полотна сделана. Я вот такой вариант не люблю, неудобный он. Но зато инструкция очень подробная, печать хорошая, все хорошо видно и понятно. Модель совсем неплохая в итоге. Если вы подумали, что я критикую ее, я не критикую ее. Я говорю, что вижу. Сложности сборки, по моему мнению, данной модели быть не должно. Я бы сказал, что это модель выходного дня. День-два и готово. Такие модели тоже нужны. Цветная вкладка, схема окраски модели. Один вариант – это Парад Победы 2016 год, столица нашей родины – Москва. Краски даны под фирму «Звезда» и «Тамия». А теперь немножко о тех вещах, которые помогут преобразить игрушку в настоящую модель. Фототравленные решетки от Микродизайн, тонкие и изящные. Нужная вещь? Нужная. Железный могучий ствол «Зидвал». Мы жахнем?
Обязательно жахнем, но потом. Дульник пластиковый. Двенадцать туч от Зедвала. Такие они хорошенькие. Смоляная подставка нашей разработки. Делали по этой фотографии. Стенды для плакатов. И сами плакаты в комплекте. Вот она мне прям очень нравится. Фигуры танкистов в парадной форме. Один отдающий честь, а второй водитель. Фигуры танкового экипажа, три человека. Позы у них такие, ну, расслабленные, что ли, отдыхающие. Железная табличка на подставку «Коалиция СВ» с российским флагом. Ну и на этом все. Маленькая модель, маленький обзор. Попытался поместить всю информацию за это короткое время. Приобрести данный набор, штучки всякие разные к этой модели, вы можете на нашем сайте itromodelist.ru. А я с вами очень ненадолго прощаюсь. Спасибо вам за внимание. А, спойлер. Скоро еще две новые модели звезды покажу. Это КамАЗ одномостовый и крокодил новый покажу. Теперь точно все. Увидимся, услышимся, ваш я-моделист и я, Виталий Новиков. До встречи!